наши дорогие зрители. С вами Валентина и канал Алтайский край глазами подмосковички. Сегодня 21 мая. Лето продолжается. Так, отходим. Отходим. Тихо, отходим. Так, сбежал кабан. Рыжик, пошли-ка. Можешь вместе со свиньей, с этими, с телятами. Заходи. Иди сюда, рыжа. А ведро ты хотел? Нет у меня ведра. Давай телят вон там закроем. Вон там закроем телят, чтобы они нам не мешали. Где там? Ну вот туда дальше их тащи. Идите. А, там он. Давай, иди. 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 Вы-то что тут? Иди. Ну, пускай здесь идет. Еще лучше, здесь поуже. Ну все тогда, иди, приедь. Все, приедешь, загоним. Все. Пошли, дурик. Пошли. Ой. Соскучился. Как соскучился по девкам. Она его, главное, грызет. Вон она как его грызет, видно отсюда? А, какие зубища. Девкам нельзя, им телиться. Ты им мешать будешь. Не лезь. Не лезь к ним. Все, пошли. Пошли со мной. Помидоры бабушка привезла для посадки. Такие здоровенные. На улицу. Решила их вот сюда усадить. Теплицу. А из теплицы все равно тут вот сколько пролежать, выбрасывать. Вот это все выбросится, значит, туда на улицу, а вот сюда сейчас усажу вот эти вот большие бабушкины толстые. Материна посадила, свои выкопала. Теперь пойдем свои туда сажать. Разница, да? Такие здоровые материны. Или вот эти. Но эти тоже материны. Мои-то, конечно, явно меньше. Но зато помидорина уже какая. Вот висит. Вот красота. Надо их подвязать тоже. Будет. Ладно, пойдем сажать эти. Кто у нас здесь? Вот так вот ползем. Вот, ну-ка, сейчас мы его не потерять бы. Оп, в серебре. Ее, а да ну. Нет, он живой, просто я его... Чуть-чуть передавила, пока тащила. Так, итак, что у нас сегодня? 21 число. Пошли колорадские жуки. Значит, всю картошечку надо вот так вот всю просмотреть. Ее еще и ДЖК он тут уже пожрал. Дырки на листьях. Всю просмотреть. То есть, да, вот как вот это вот зайдет уже на них. Основная. Там жук уже будет ее жрать. Ладно, я помидоры сажать пришла, мне некогда. Руки еще не сильно грязные. Шланг притащили. Эти помидоры вчера сажала. Так, шланг притащили. Воду включить, посадить. И увалиться уже. Отдыхать. Так, а у нас... Куда ты лезешь, не лезь. Сейчас там дырку заткнем. А у нас новая девочка. Вот такая вот девочка новая. Сера. Кто там идет? Папулечка? Надо чем-то дырку заткнуть. Она лезет вон. Ей тоже интересно. Кто там? Идь, не лезь. Сейчас пойди передерутся, если ее пустить. Как ты думаешь? Чего ты суешься?
Нет, ну вот чего ты суешься? Ой, только не кусайся. Че, заяц, унюхал новую девку? Она еще и с музыкой? Электроника. А что ты хочешь сделать? А, прикрутить? Потому что она не пролеет пониже, не по как? Ну, у меня здесь люстра с лицом. А, ну туда может быть еще это... Какую-нибудь тряпку впихнуть. Смотрит. Сидит, смотрит. Сейчас. Смотри. Нет, вон та. На дырку долго сидел, смотрел. Да ты ж заяц. Сейчас тебе попить, поесть дадим. Че, вы траву вообще, что ли, подчистую съедаете? Так, пару дней, тебе покроем тогда. А вот и глаза не красные, слушай. Еще одна. Ну, смотри, смотрит, смотрит. Ага, смотри, смотри. Смотри. Либо пуха. А, ты и туч там еще немножко заделал, да? Они бы мне хоть по одному родили бы. Я бы им тут их вообще на улицу бы их вообще переселить. Им только зимой. Здесь маточники, а так им жить на улице. Ну, на улице строить клетки, раз они тут не рожают. Что-то это даже покрупнее, да, серенькая? Ну, покрупнее. Она, говорят, только откормленная. То есть детей только откормила. Да ты ж красота моя. Заяц, тебе бабу новую привезли. Ты рад? Пару дней посидит сейчас, приживется. Ну и это. А что не закрыл тебя? Так я еще ничего с ней не делал. Угу. Сейчас покормить, попоить. Сегодня у нас 24 мая. Мы пришли на огород посмотреть, что там стало за эти дни. Сережа мне добавил еще две борозды. Потому что мама нашла семена свеклы кормовой. Так как у меня вот здесь вот на этих грядках свекла почему-то не сильно хочет сходить. Хотя вот она. Вот она. Почему сильно не хочет? Тут нашлась одна, правда, на метр. Мы решили посадить еще две грядки. Ну а здесь вот, смотрите, как быстро все взрастает. Прям моментально. Только вот пропалывала. Вот уже, зато картошка какая. Там уже жука надо посмотреть на картошке. А комарья столько. Мне кажется, они меня унесут сейчас. О, там хор телят. Они сегодня сняты с выпойки. Осталась одна. Они теперь верещат. Так, ну что, за работу. Я прям даже не знаю, с чего начинать. Может, с конца? Вот с этих грядок. Начать. Да? Сейчас мы вот это вот туда и обратно пробежим. Если комары не сожжет. Хиленький. Сюда бы перегноечек как-то наносил. Ох. Мне, конечно же, нести некому. Но я вот, поборов свою лень, вот сходила, принесла два ведра. Хватит на больше, ну, хотя бы так, посмотрим разницу тогда. Ура! Ура, у нас ливень! Папкины джинсы забыли убрать, сушатся. Ура! Ливень у нас, ля-ля-ля-ля. Интересно, сколько по времени он пройдет. Нам нужно полчаса такого, чтоб мне сегодня огород не поливать. Ура! Папка у нас там работает. Где он сейчас? Прибежит, пойдем.
давай, еще минут 10 хотя бы, родный. Давай, лейся. Минут 10 хотя бы. Дождик кончился. Довольные гуси лазают по лужам. Недовольные, что согнала. Вышел молодняк попоить, посмотреть, где они. Сгрызли все хорошо, туда в конец пришла, коров нет. Блин, где коровы-то? Пастух стоит, коров нету. Они вон все, всей толпой лежат. Видите, нет? Сейчас поближе подойдем. Лежат всей толпой. Под черемухой. Коровы, пошли пить. Я вам пить налила. Пойдем? Пойдем пить, Калина. Реча, пойдем пить. Пошли. Вот все, что сегодня полило, уже и высохло. Вышла жуков уже наконец собирать. Сегодня вот они сидят. Вот они, три штуки сидят на картошке. Я уже сегодня их столько собрала. Вон там сидят. Ой, дождь был. Ну, ливень. На минут 5. Опять все сухое. Сколько жуков набрала? Вот с этого маленького ряда картошки. А бабка у нас сейчас будет окучивать картошку. Легким движением руки сажалка превращается в окучники. Так, подкрутить, поднастроить. Вот она, картошка-то уже взошла. Здесь немножко раздвинуть, чтобы пошире было. Сгибаются. А? Сгибаются. Ага. Настроить. Земля сухая. Почему так рано окучиваем? Ну, потому что травы-то сколько. Хочется еще один раз успеть окучить. Потому что вот она, травище. Все зеленое. Сейчас вот он эту траву поднимет. Картошка еще вылезет. Разок. И еще разок ее пройдем. И будем пропалывать только между грядками. Ну вот, уже поприличнее выглядит.